Профилактические рейды обычно проходят внезапно и позволяют увидеть, как живут семьи, которые находятся в социально опасном положении. О том, что семья именно такая, комиссии по делам несовершеннолетних становится известно из разных источников. Что касается протоколов в отношении пьяных родителей, их количество по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось на 2%.